приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. В данном видео хочу поделиться с вами очередным интересным проектом, который проводит свое ICO и за регистрацию в котором мы можем получить с вами бесплатную криптовалюту. Сразу хочу сказать вам, данный проект Nauticus я считаю просто очень-очень перспективным. В данном проекте мы получаем с вами очень щедрый бонус. Далеко не в каждом проекте нам дарят столько токенов. Ну, даже не то, что прям много токенов. Вообще их эквивалент $10 за регистрацию. Я считаю, это как бы достаточно хорошо. С учетом того, что у проекта есть очень большие перспективы роста, я думаю, что проект вообще очень привлекателен для нас с вами со всех сторон. Ну, данный проект — это в первую очередь биржа криптовалют, но планы большие у проекта. Смотрите. И этот так, цифровой сигнал, сайт весь полностью не перевело. Ага, вот. Видите, здесь и обмен валюты, криптофиат, и горнодобывающий центр блокчейн. Ну, в общем, перечислять не буду. Опять же, повторюсь, я видео снимаю вам не с обзорами проектов, а все-таки цель данных видео другая. Это представить вашему вниманию интересные перспективные ICO-проекты, где можно получить бесплатную криптовалюту, а в будущем продать ее на бирже криптовалют и получить свою прибыль без вложений. Вот повторюсь, данный проект — это один из лучших, я считаю, в настоящее время airdrop'ов, поэтому обязательно регистрируйтесь сами, обязательно поделитесь своей реферальной ссылкой со всеми друзьями, знакомыми, коллегами, вообще со всеми близкими людьми. Регистрация $10, плюсом ко всему большие перспективы роста. Еще если у вас получится кого-то привлечь по своей реферальной ссылке, вы получите еще дополнительные токены. Поэтому еще в третий раз скажу, проект реально очень интересный и перспективный в плане своих бонусов. Смотрите, бонусы мы с вами можем получить до конца марта. Начислят их нам с вами, когда закончится ICO. А ICO закончится 18 мая. Вот. Ну, начислят там на баланс, соответственно, этой площадки. Там мы их с вами сможем и потом продать. Да, за эфир, к примеру, или за доллары. Не знаю, какие там пары будут. Ну, в любом случае, как бы продать мы их сможем. Давайте покажу вам, как пройти регистрацию. Для этого проходим по ссылочке под видео. Вот, нажимаем кнопочку, потом регистрация. На самом деле все достаточно просто. Электронная почта ваша. Придумываем пароль 6 символов. Делаем подтверждение пароля. Ваше имя, ваша фамилия на английском языке. Далее ставим везде. Здесь вот 3 галочки. И кнопочку зарегистрироваться. Подтверждаем вашу электронную почту. Все, после этого вы попадете в ваш рабочий кабинет данной площадки. Я говорю вам, что достаточно много информации вот еще на сайте о самом проекте, о планах. Я почитал, конечно, перед тем, как зарегистрироваться и как снять видео. Все, в принципе, почитайте, так даже хотя бы вкратце. Вы поймете, что проект перспективный, вообще как бы хорошие оценки у него, да, сейчас, если я не ошибаюсь, пониже опустимся. Это я говорю к чему. Вот, кстати, информация, видите, что развитие проекта, оно на несколько лет уже вперед, вплоть до 2023 года расписано. Вот, плюсом ко всему, ну да, достаточно хорошие оценочки у данного ICO. Это я все говорю к тому, что, наверное, нет смысла продавать именно этот токен, когда он только, ну, появится такая возможность, так скажем. Я думаю, есть вот именно смысл токен данного проекта придержать в долгосрок, потому что, ну, как говорится, иногда и можно послушать свою интуицию. Вот мне моя интуиция подсказывает почему-то, что данный проект и токены данного проекта вырастут в цене очень со временем и принесут немало прибыли, далеко не $10.
вы можете прислушаться, можете продать их сразу после того, как они поступят. Ну, даже не то, что на биржу, это и есть биржа. Когда биржа будет запущена и будет работать как бы полностью на 100%. Ну, это видео, наверное, буду заканчивать, потому что о данном проекте я вам, в принципе, рассказал, показал, как зарегистрироваться. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе самых крутых проектов, самых перспективных проектов, самых щедрых проектов, которые проводят свои ICO и дарят нам с вами бесплатную криптовалюту за определенные действия. Если понравилось мое видео, ставьте лайк. Счастливо, до скорых встреч!